Всем привет, мои дорогие зрители, с вами я, Рик Лаппа, и мы дальше, конечно же, играем кубичное выживание. В этой серии я хочу найти этот свиток, который я не забрал, где-то в сокровищнице. Нужно возвращаться и забирать, это обязательно. Смотрите, валит сюда. Ушел. И, конечно же, последнее действие — это идти в Нижний мир. Делать торги с третьим жителем, что-то обменять. Надеюсь, это будет что-то полезное. Ну что ж, давайте будем сразу же бежать, искать, где же я его потерял, потому что я реально не знаю, где. А, не-не-не, подождите, кое-что я все-таки не сделал. Сейчас, извиняюсь, что приходится возвращаться. Но это обязательно, все-таки курочка моя, вредная. Очень вредная. Где-то опять уже сидит непонятно где. Уйди отсюда, зомбяка ты. Вот таку. Так, где же он? Где же он или она? Он или она? Курица. Она, но все-таки... Так. Тише. Нет. Вот она сидит. И Эндер. Нет. Так, иди сюда. Сюда. Блин, зомби! Умри. Иди сюда. Домой. Что ты ждешь? Давай домой, иди! Ну же, со мной! Ну, давай. Давай, молодец, домой. Ну же, ты где? Давай, домой. Ладно, сиди здесь, а я погнал, потому что потерял уже несколько минут только на то, чтобы тебя забрать. Эх, завел на свою голову домашнее животное. Не, ну нормальные люди заводят там кошек, собак, а я курицу. Ладно, идем, короче, не в эту сторону, явно не в эту сторону. Где же, куда же вообще, если честно, нужно идти? Я так понял, не сюда. Я так понимаю, не сюда. Но ничего. Я попробую другой ход. Я думаю, где-то в этом районе. Вот явно в этом районе. Но где именно, если честно, я не знаю. Возможно, где-то здесь. А ну-ка. Что здесь? О! Неплохо так. Еще одно сборище. Но здесь нет никаких сундуков, здесь нет ничего такого, чтобы, ну, прям вообще. Потому я их трогать даже и не буду, а буду пробовать идти дальше. Нет, умри! Нет! Ты смотри! Эх! С твоими криперами. Спускаемся. Или не сюда. И я без понятия. Просто без понятия. Там, да. Здоров. Эх. Так, не сюда. Явно не сюда. Чувствую, поиски будут далеко не простые. Но в любом случае я должен достать этот свиток. Должен. Просто обязан. Блин, ну почему я не забрал тогда? Ну почему я не посмотрел? Что-то подумал, что это там что-то, ну, не то, как бы, да, вот что-то вот так вот подумал я, что оно не нужно мне. Так, ух, привет. Здорово. Так, тихо, тишина, я сказал. Вот так. Вот так. О, есть. Так. Факелок есть. Это хорошо. Не очень хорошо. Обратно. Просто обратно. Здесь что-то не то. Здесь я подымался. Ага. Точно. Ой, главное в лаву не попасть. Главное в это лаву не попасть. Умри. Будь ты гадина, умри. Так. Нужно здесь поставить факелок. Их несколько нужно поставить, чтобы я знал, где выход. Ну так, на всякий случай, чтобы меньше
лазить. Есть! Походу это оно, походу это оно. Есть, детка, есть! Есть! Блин, я думал, это будет, конечно, не так просто, но это нормально. Так, удаляем, сохраняем. Так, пора выходить отсюда. Пора выходить отсюда. Сваливать подальше, вот так вот. Вот так вот сюда поставим, чтобы мы знали, что здесь вход в другой мир, так сказать. Поглубже, там где сокровищница и все дела. Ну же, ну же, ну же, вот так вот, супер, супер. Просто обалденно. Так, я должен сегодня попасть в нижний мир, просто обязан. Куда это я иду? Это я правильно иду? Так, так, меня встречают, нет, вот, бум, есть, спасибо, Крипер, я первый раз за всю жизнь говорю тебе реально спасибо, вот спасибо тебе. Так, куда вообще идти, что-то я уже, так, подождите, а, вот оно, так, есть, я уже не туда пошел, так, ты где там? О, яичко. Ха! Пусть будет. Ты где там? Наверху где-то? Я не знаю, где-то там сидит вредина. Так. Ну что ж, мои дорогие зрители. Думаю, уже на всякий случай возьмем изумруды. Я же не знаю там, что именно нужно будет. Но пусть будет. Значит так. Что у нас по защите? Ну, так себе. Нужны не ботиночки, а нужны вот такие вот. Это сделаем, тоже пусть будет, так сказать, ну, максимум, по максимуму защиты. Во. О, нет, тихо ты. Так, хотел перекусить, и на тебе. Так, железо мы отложим. Железо, так, вот это отложим. Ну, это пусть будет, это... Это вообще нужно выбросить лишний меч. Так, что же еще сюда? Вот так. Лопата, конечно, пусть будет. Это... Куда его вообще? Нету места, ну пусть будет. Это нужно. И насчет еды. Что насчет еды? Ну, вот это. Все. Удаляем, сохраняем и гоу в нижний мир. Так, ну, нужно его... Ну, так быстренько? Ха! Ну, ладненько. Так, ну, это потом. И тебя даже трогать не буду. Я просто моментально иду в нижний мир. Ха-ха. Нет. Умри. Ты... Я только зашел, и меня уже валят. А что это такое? Уху-ху! Красотень, однако. Кубичный нижний мир. Красотень. Да? Да. Так. Ух, да ты что, прикольно, интересно. Все опять же в кубичном варианте. Так, потихонечку поднимаемся, как я предполагаю, нам где-то сюда. Вот ты где носатый, паршивец. Паршивец ты. Чё ты смотришь на меня? На, давай посмотрим. Вот где он используется. Что, книга? Прочность, удача, шипы, острота, отдача, заговор огня, добыча, сила, бесконечность? Не финтаси? Что еще? 15 алмазиков, ребята! Спасибо вам, зрители, что вы писали мне в комментариях. Забери этот свиток, забери этот скролл, чтобы реально круто что-то обменять. Спасибо вам. Вот спасибо тому, кто написал. Что еще есть? Тошнота, сила, скорость, огнестойкость. После применения плюс 390% урона, плюс 40% скорость. Угу.
Адская звезда. Ну, понятно, у меня адской звезды, как я знаю, нет. Ну, я думаю, что можно обменять на 15 алмазов. Как вы думаете? Я думаю, что все-таки вы скажете да, почему бы и нет. 15 алмазов. Алмазы здесь страшная редкость. Потому берем алмазики. Спасибо, чувак. Тю, вредина ты. Что? На тебе кирку еще. Да ладно, все, извини. Все, сиди здесь, а я пошел смотреть... Это ты, да? Эх ты, я по твоим глазам, по твоим бровям вижу. Это все ты. Отвернулся, типа не он. Эх, носатый. Это все носатый, скажите. Это все носатый. Так, ну что ж, мы алмазики получили. Обязательно сохранимся. И давайте полазим. Раз мы здесь, нужно обязательно полазить, посмотреть, что да как, что да как. О, бедрок. Ну окей. Заберем, копнем на всякий случай. Ну так, ради прикольчика. Ну пусть будет. Так. Бедрок. Везде бедрок. Походу, больше мира нет. Это все. Реально это все. Ну ок. Так, давайте спускаемся. Лошадка, ты смотри, не сгори. Не смотри так на меня. Главное не стукнуть, потому что если я стукну, будет мне полная опка. О, неплохо. Это же кварц, да? Кварц, чувак. Конечно же кварц. Ну, хорошенько, Смотри на меня так. Не люблю я этих свинку-зомбиков. Главное не стукнуть, даже случайно. Так, я потихонечку прохожу и вас не трогаю. Давайте это возьмем. Пусть будет. Так, главное не стукнуть. Так, выходи, я пропускаю, давай. Ладно, ты будешь три дня выходить, я чувствую. Ох, ё-моё! Так, здесь ифритище не один! О, нет, я горю! Нет, плохие дела. Здесь ифритище, далеко не один ифритище. Так, нужно было бы, конечно, завалить как-то. О, нет, опять горю. Нужно что-то покушать. Так, как же завалить так, чтобы не зацепить этого свёх? Всё, понял. Их уже три, там, походу, какой-то спавнер. Короче, нет смысла туда даже идти. Просто реально нет смысла. Есть вариант спуститься вниз и там что-то пробовать. Просто реально там пробовать. Ну, давайте попробуем. Да, чувак, ты молоток. А кирка? Вот какая-то есть кирка. Давайте как-то так. Чуть-чуть по-другому, знаете, сделаем. Вот реально по-другому сделаем. Так. Опускаемся. Смотрим. О. Так. А вот и вы. Здорово. Ух. Так. Нет. Только не сделай то, что я думаю. Во. Ах. Нет. Ой, ё-моё. Нет. Знаете, ребята, я могу их всех раскидать, по идее. Это не сильная проблема. Но я боюсь, что я зацеплю свинко-зомбика. И просто тогда... игры фактически нормальной здесь точно не будет. Я так понимаю, там ничего больше толком и нет. Спавнер и все, и куча ифритов. Еклабунга! Ладненько, я думаю, что для первого раза очень даже достаточно. Так, подождите, что там? Ну, знаете, ну, чуть-чуть, конечно, копнем, на всякий случай. Ну, мало ли, а вдруг там что-то еще есть? Я же не знаю. Так, 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 так,
Так. Бедрок. А что здесь может? Ничего, бедрок. Да иди ты отсюда, не мешай мне. Нет, смотрите, они специально ходят, специально так и просят. Стукни меня, стукни. Да. Так оно и есть. Так, ну, блин, ничего. Вот реально ничего, я вроде как посмотрел, ну, не знаю, ну, можно, конечно, еще и вниз копнуть. О, посмотрите, можно же, знаете, как сделать. Вот здесь еще так пройти. Можно попробовать, можно. Факелочек поставим. Так. Может, здесь просто что-то еще есть, я же не знаю. О-о-оу. Понял, лава. Здесь куча лавы. Что еще? Так, ну это все. Хорошо, смотрим вверх. Кирка уходит. Ой, плохие дела. Нет, плохие дела. Страшно, плохие дела. Так, эфиритище. Понял. Понял, все, я все понял. Фух, ну, знаете, я считаю, это хорошее путешествие в Нижний мир. Он действительно кубичный, правда, весь практически закрыт бедроком. Дальше нет ничего, как я предполагаю. Но это еще не все. Я, конечно, максимально все обошел, то есть быстренько там побывал с жителем, сделал наконец-то обмен, шикарный обмен, получил 15 алмазов, я считаю, это суперски как выгодно, так что обалденное путешествие. Так, секундочка, есть, и все удачно, я нашел этот свиток достаточно быстро, алмазики, все. Так что, ребята, спасибо вам огромное за просмотр, за подписку и лайки. Ну, конечно же, поддержите, поставьте лайки, и будем мы дальше что-то искать в этих кубичных мирах. До новых встреч!